Харьков, 2 июня 2018. Благословенное место, ты посмотри. Украина. 2 июня, это у нас шпанка. Просто усеяно все, караул какой-то. А, это просто на автобусной остановке у нас растет. Ты посмотри, какая плодовитость земли. Все просто, просто. Красотища. Да, но это еще ничего, когда абрикосы сыпаться начинают. В Харькове я наблюдал, как дворники сметают груды абрикос просто в мусорные такие кучки, вонючки. Пирамидки абрикосовые по улицам. Вспоминается анекдот, как в Африке спрашивают европейцы, африканцев: а бананы-то высоко растут, как срываете? Ветер подует, вот и собираем. А если ветра нет, тогда не урожайный год.